Здравствуйте, обзор новостей спорта в эфире телеканала «Рифей Пермь». Встречаем старого знакомого. За «Амкар» вновь будет играть Дмитрий Белоруков. Защитник, который провел за пермскую команду более 250 матчей, будет играть на правах аренды. Напомню, он принадлежит столичному «Динамо», за которое выступал в ФНЛ в минувшем сезоне. Между тем, покидает «Амкар» Роланд Гигалаев. Полузащитник продолжит карьеру в грозненском «Ахмате». За пермский клуб он сыграл 30 матчей. Баскетболисты Пармы продолжают готовиться к новому сезону в Латвии. Они провели еще 2 контрольных поединка. Оба раза встретились с литовскими соперниками. Команду Пену Жвайгждес пермяки обыграли 88-70, 20 очков на счету Фрэнка Гейнса. Также наши оказались сильнее коллектива Лиет Кабелис 84-63. Все тот же Гейнс стал самым результативным. На этот раз он набрал 19 очков. Далее пляжный волейбол. В Литве состоялось первенство Восточной Европы по этому виду спорта. Соревновались девушки не старше 17 лет. 3 пары представляли Пермский край. Наилучший результат показали Алина Изгина и Энес Мухамадиева из Чусового. Они заняли 5-е место на этом представительном турнире. И в завершение о гандболе. Пермские медведи завершают подготовку к предстоящему сезону. Команда сейчас тренируется в Перми. Кстати, завершился домашний турнир. В гости приезжали Сунгуль из Снежинска, Динамо из Челябинска. Сунгуль победил 26-24, а Динамо наши обыграли 29-24. По разнице мячей пермяки заняли 1-е место. Чемпионат для нашей команды стартует 14 сентября. Еще есть время, чтобы наладить игровые связи. Гандболисты намерены успешно выступить в новом сезоне. Выложиться по полной. И все. Достойную игру показать. Скоро уже прям полноценная команда такая будет, сплоченная. А так в процессе все. У меня на этом все. Ждем развития спортивных событий.